В 2022-м бизнес-сообщество столкнулось с необходимостью замены поставщиков, перестройка логистических процессов и оптимизации расхода своих ресурсов. Иначе было не выжить. Вызов был принят. На IT-конференции в Саранске ведущие отраслевые специалисты поделились с коллегами опытом, обозначили новые подходы в ведении логистики. Встреча прошла при поддержке правительства Мордовии. На сегодняшний день в экономике, политике, в других сферах жизни все динамично меняется. И поэтому для того, чтобы быть в тренде, для того, чтобы соответствовать вызовам времени, мы с вами все должны понимать, как важно тонко донастраивать то, что есть, изменять и внедрять то, что приходит нового. В качестве экспертов и гостей представители Яндекса, фонда Сколково, Global Glonass. Выступающие подготовили доклады на актуальные темы с практическими советами по современным трендам в мире логистики. Выбор площадки проведения конференции не случайен. Технопарк Мордовия – один из ключевых партнеров фонда Сколково. Конференция организована в том числе и с расчетом на то, чтобы владельцы бизнеса смогли найти полезные, актуальные для себя рабочие связи. Нам сложно бывает донести информацию, что вот доступны такие меры поддержки. Вы можете стать участником, вы можете стать резидентом, можете подать заявку. Потому что, конечно же, мы не можем охватить все предприятия и рассказать в каком-то там массовом формате, что это доступно. Именно поэтому сегодня мы собрались здесь для того, чтобы популяризировать эти меры в республике, рассказать, что все доступно, возможно, несложно. Кристина Стомина, Александр Овчинников, Народные новости.